В аквариуме дружно уживаются три сформировавшиеся пары. Как известно, пингвины хранят друг другу лебединую верность. Но вот откладывать яйца удается лишь одной самке. В этом году мамой она стала уже второй раз. Новорожденному птенцу 20 дней, но пока его никто не видел. Как известно, пингвины очень заботливые родители, которые опекают своих детенышей вплоть до их половозрелости. В гнезде с пингвиненком все время находится один из родителей, зачастую это отец. Так птенца защищают от переохлаждения. Птенчики появляются у них пушистые, как и цыплята у курицы, и серого цвета. И родители их очень бережно охраняют, чтобы они раньше времени не попали к воде и не упали в воду. Потому что в этом случае они погибнут. И только когда у птенчиков появляется мезоптильный перовой наряд, они начинают самостоятельно нырять в воду и плавать. Увидеть так называемый подарок, то есть самого пингвиненка, сотрудники аквариума рассчитывают к Новому году. А пока сами готовят сюрпризы к празднику, репетируют с Маржом Гаврюшей новую программу.